Торговый центр Вегас. Фитнес-клуб Крокус Фитнес. Первый этаж — бассейн, зона спа. Да, второй этаж — тренажерный зал и зона релакса, там ресторан. И третий этаж — зона боевых искусств. Так, отдельный этаж в зоне боевых искусств? Да, сейчас мы зайдем. Как тебе работает здесь? Отлично. А попала сюда? Недавно. А познакомлен? Я на кастинг. Нет, я пришла на кастинг, прошла отбор и пришла. Стоимость персональной тренировки? 2900 рублей до, по-моему, 3900. Это... Короче, от 3000 до 4000, правильно? Да. Ну что я могу сказать? Здесь есть все. Так, кабинет по уходу за телом. Да. Кабинет процедурный. Кабинет косметолога. Здесь есть отдельная детская комната, зал групповых программ, отдельный зал высокоинтенсивной интервальной тренировки, такой как сайклинг. Стрейчинг, растяжка. Да. Это похоже больше на БДСМ, все, а не стрейчинг. Все так говорят, растяжка. Да, но мы проверяли, начинали все только строго в строго спортивных интересах. Да? Да. Также здесь присутствует врач. Даже зал для спортивной гимнастики. Ну, сможешь еще раз? Вообще возможности данных платформ, какие есть программы, то есть на каждую платформу, которая здесь находится, есть своя определенная программа. Ну да, основной акцент — это на внимание, на реакцию. Я сам преподаю бокс и использую травму на реакцию в конце тренировки на фоне усталости. Давай попробуем, да. Хотя бы здесь, да, потому что да, время не особо надо. Программа на внимание, правильно? Да, сейчас задача — сделать 30 ударов за как можно короткий период времени. Угу. Готов становиться. Сколько лучший результат? Вот есть лучший результат? Да, 17 секунд. 17 секунд? Оп. Быстро, 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 быстро. Вот. Видим, 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 ускоряемся. Хорошо, хорошо, хорошо. Еще, 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 еще. Давай, давай, что на пол? Еще два раза. Слушай, я думал, ты опередишь меня уже. Мне очень понравилось. Давай еще что-нибудь. Давай пояс. Работаем. 20 повторений как можно за короткий период времени. Все, боевая готовность. 4, 3, 2, 1. Я тебе дальний нажал. Да. Нажал два шага вперед. Нажал два шага. Вот так. Авария. Давай шестерку я жму. Танцовочка. Давай, 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 давай. 5 раз осталось. 4. 3. Вот так вот, отлично. 4. Стройка. Отдыхаем. Ну, мощно, согласись. Ну все, на Крокусе и закончим. В целом, очень приятное впечатление словил. И в связи с тем, что я в последнее время загружен работой, разгрузился я здесь максимально, морально, физически. Удовлетворил свои потребности, за которыми я сюда ехал. Москва очень понравилась. Такое ощущение, как будто здесь каждый день праздник. У каждого здесь есть своя правда. Как правильно здесь жить, я не знаю. Лишь хочу видеть в глазах твоих много кайфа. И на взлетке, что в прыжке от ног, кроссы отлетали. Насмотреться.